Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 25-м уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. В этом уроке мы с вами разберем плагин погоды. То есть мы можем установить очень быстро и легко плагин погоды, чтобы отображалась погода в вашем городе. Вот сейчас перед вами я сделал очень быструю настроечку погоды. Я живу в Ульяновске, и вот у меня сейчас такая погода. Плюс 26 градусов. Давайте рассмотрим данный плагин. Итак, в режиме редактирования, как обычно, мы с вами добавляем плагин. Вот он. Нажимаю. И по умолчанию у нас встает вот так вот плагин с погодой из Нью-Йорка. Ну, давайте посмотрим настройки, опции. Ну, самая главная опция у нас это вот это. Вы здесь все удаляете и пишете свой город. Или тот город, откуда вы хотите, чтобы транслировалась погода. Вот здесь все так просто. То есть я просто пишу Ульяновск. И погода тут же меняется, и вот здесь вот у нас написано Ульяновск. Можно поставить запятую, еще написать, например, Ульяновская область. Дальше language — это язык. Очень хорошо, что здесь есть русский. Убираем русский. И у нас меняется на русский язык вот эта среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. И влажность, восход, давление и так далее. Дальше, смотрите, можно погоду как отображать? В следующей опции. По Цельсию или по Фаренгейту. Здесь уже смотрится сами. Отображает за сколько дней. То есть вот выставил один день и показывает среда. То есть сегодня. Если non поставим, то внизу у нас не будут отображаться дни с погодой на следующие дни. Тут уже смотрите, как вам лучше. А дальше layout можно вывести блоком или листом. То есть вот таким образом, списком. И дальше смотрим. Вот эта галочка у нас отключает ветер. Вот здесь показано под градусами, да, ветер. Если не хотите отображать, ветер отключаем. Дальше влажность вот отключается. Дальше давление. Если не нужно отображать, отключаем. И восход, закат. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Здесь все. Дальше. Style. City. Город. То есть, смотрите, это отображение, все настройки здесь касательно того города, которого вы укажете в настройках плагина, да? Тут же можно назначить наш шрифт данному тексту. Сразу можно назначить color, цвет, размерчик и межстрочное расстояние. То же самое здесь идет для нашей погоды. Также можно выставить, вот вы видите, сменился шрифт у погоды, цвет, расстояние, размер и так далее. Дальше интро. Это наш текст, где у нас ветер, влажность и так далее. Также здесь и шрифт меняется. Здесь, я думаю, уже интуитивно понятно, как это все здесь устроено, да? И отображение следующих дней. Также в каком стиле это сделать можно, выбирается здесь. Вот среда, четверг, пятница, видите? Также размер. Вот, ну, конечно, здесь этот шрифт, возможно, не совсем подходит. Поставлю какой-то другой. Не обязательно использовать один и тот же шрифт. Если он плохо смотрится, можете воспользоваться другим шрифтом. И у нас остается лишь только настройки марджина. Внешние отступы у нас. Все, больше настроек здесь нет. Save. И на сайте у вас будет отображаться прикольно погода. На этом урок я заканчиваю. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Делитесь данным видео с друзьями. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Ссылка будет в описании этого видео. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней.
если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.